Этот проект ценен тем, что здесь было много всего, много эмоций пережитых. Посмелее стали, посмелее, но еще расти и расти до той деревни, ого, сколько. У группы «Фабрика» все складывалось не просто, скажем. Несколько раз они были в номинации, несколько раз они были наверху. Они весьма хороши. Наконец-то я увидел хорошее шоу. Я считаю, что кульминация их выступления была «Невеста». То, что мы хотели для нас, да? Мы получили возможность раскрыться друг для друга. Я тебя зацелую. Если они не выиграют в финале, я абсолютно не расстроюсь. Конечно же, вы узнали. Спасибо.